Здравствуйте, друзья. Давно не снимал про волнистиков. Ну вот сегодня покажу. Вот это все мои волнистики сидят. Что про них снимать, не знаю. Ну сидят, сидят. Зимуют, зимуют. В марте уже будем садить их. На гнезда. У нас похолодало. Плюс 2. Снег с дождем. Вернее, дождь со снегом. Вот птица такая сидит. Сейчас поставлю им морковочку с бурячком, со свеклой. Ну и кто слетит, поест, посмотрим. А может быть и не слетят, боятся телефона, поэтому на телефоне экран светится, и они все боятся. Да, в принципе, камеру ставить. Ну ладно, что есть. Такой небольшой видосик на пару минуток. Там новая информация. 16 февраля 2019 года в Раздольном выставка. Это вчера такая информация поступила, так что приезжайте в Раздольное на выставку. Заявили начало 8:00. Ну, это, наверное, для посетителей. Ну, а для продавцов, понятное дело, чем раньше, тем лучше занять хорошее место. В принципе, у каждого свое, но в основном так. Так что приезжайте на выставки. Thank you.
рука подтрушивается на весу. Ну, на сегодня все. Спасибо. До свидания.